Итак, ребят, всем привет! Сегодня нам показали Call of Duty World of War 2. Круто! Ребят, новая Call of Duty, да, она будет стоить, как обычно, 5000 рублей на Sony PlayStation. И если вы хотите взять, вы, конечно же, возьмете. И как фанаты вы обязаны это взять. Потому как нам показали в начале, что мы плывем на каком-то бронекорабле по морю с такими жесткими волнами, где происходит на поле боя. А горящие танки, мы видим какие-то там летящие самолеты. Это нас просто заводит. Да, мы фанаты мазафака этой чертовой Call of Duty. И мы хотим в нее поиграть, и будем в нее играть. Конечно же, вот это просто круто, когда на ребятах прям, на их щеках прям, вот эти кап соленого моря. А, от взрыва бомбежек по воде, по этим чертовым лодкам. Кстати, взрывает, не давая пройти им, не давая, так сказать, пехоте добраться до берега. Они подрывают враги этими самыми снарядами, в них шмаляет по страшной силе. Ребята просто вымокли до нитки, но они хотят сражаться. И, ребят, вы, конечно же, сможете принять это участие уже скоро. Конечно же, здесь нам обещают охрененную мимику лица, обалденные диалоги и сюжет. Конечно же, они хотят что-то сделать, в примеру, графики, как Battlefield 1. Да, конечно, уже пора это делать, как Battlefield 1, потому что если эта игра будет хуже Battlefield 1, мы засчитаем, что это полная будет лажа. Но нет, конечно же, фанаты, так сказать, придрачатся к этой игре, и они будут рады во что-то поиграть новое. Всегда такие фанаты рады во что-то поиграть новое. Даже я, к примеру, как-то мне будет пофигу, даже если там графика будет на 2 уровня там меньше. Да, и я, знаете, я люблю играть в эту игру в основном 23 февраля, потому что это пиздато. Потому что ты чувствуешь какую-то, так сказать, силу этой игры. Ну, конечно же, игра, наверное, выйдет, как обычно, в сентябре. Они любят выпускать в сентябре. Мы, конечно, с нетерпением будем ждать. Как мы видим, что из этих чертовых бункеров обстреливают солдатов, бегущих на эти бункеры. Главное подорвать их, и задача была поставлена разорвать к чертям собачьим эти бункеры. Да, пули летят, свистят, трейсеры, о боже, сколько крови, море, отрубленные ноги. Да, эта игра заставляет просто сводить тебя, твои мурашки, они просто сходят вовнутрь твоих ног. Это просто охрененно, а? Гудящий, летящий самолеты наверху просто заставляет твои волосы вставать дыбом. Этот звук бомбардировщиков просто охуенен. О боже. А, Call of Duty, быстрее бы ты вышла, о черт возьми. Конечно же, ребятки, все устали и хотят пожрать из котелков. Это самое офигенное, что можно здесь делать. О да. Все, конечно же, хотят конец войны, но он никак не настает, потому что Call of Duty, она не дает пощады. И только ты вправе сделать выбор. Или умереть, или победить, убить всех. Всех нежелающих жить на этой земле. Только ты сможешь вывести всех солдат. Конечно, здесь представлены огромный вид танков, на которых мы будем ездить. Не только так, но и в видеозаставках. Да, почему видео? Потому что полный отстой. Я хочу ездить на танках, так валить деревья. Но не знаю, пока не продумано. Нам лишь показали какой-то трейлер, в котором неизвестно как и что. Но танки здесь крутые. В них чувствуется сила. Они тяжелые. В них чувствуется страсть, кровь и холодный металл, который разрывает твою печенку. И это здорово. От взрывов ты можешь просто охуевать, когда взрывается техника и как разлетаются солдатики. И знаете, это просто сводит меня с ума. И я сейчас просто упаду на пол и буду валяться с котом в обнимку, ждать ожидания Call of Duty. Это просто замечательно. Эти новые супер эффекты из Battlefield 1 перекачиваются и переходят в новый стиль Call of Duty. Я не люблю такие Call of Duty, там где уже все по-современному, новые автоматы, какие-то роботы, это полное говно. А вот Call of Duty 1900-е года, то есть 941 года, во время войны, такие вот моменты, просто запоминается, когда там еще Т-34. Ну, как мы видим, что это не русская война, это будет американская, но все же, это круто, это дает какую-то, знаете, просто ностальгию. Да, хотя мы там и не участвовали, но, знаете, смотря на эти фильмы, мы просто с обожанием смотрим это. Память усопших, мы любим их за то, что они нам дали родину. И это здорово, то, что у нас осталось.
Конечно же, ребят, мы будем ждать охрененного сюжета в этой игре, потому как без сюжета игра не будет игрой. Вот, и мы будем видеть, как летающие самолеты будут бомбить людей, простреливая их тельце насквозь своими большими калибрами. Главное в этой игре, чтобы разлетались на клочья деревья, всякие сосны и дома в щепки. Чтобы был эффект, так сказать, присутствия реальности, живого реального. Так сказать, чтобы танк влезал в дерево или в какую-нибудь в чертову хрущевку и разносил ее к чертям собачьим. И чтобы оттуда вылетали голые женщины, да, это было бы вообще просто замечательно. Но знаете, я жду эту игру с нетерпением. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, до свидания.